4 раза вырос объем введения в эксплуатацию автодорог после ремонта по сравнению с 2016 годом. Приведено в нормативное состояние около 1900 километров. Такова статистика по Верхневолжью, которую приводит пресс-служба регионального правительства. Акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных, туристических маршрутах, а также тех шоссе, которые связывают Тверскую область с другими субъектами страны. Среди объектов, приведенных в порядок в текущем году, автодорога, ведущая к Ржевскому мемориалу, трассы Торжок-Осташков, Москва-Рига, Андреаполь, Пена, Хитина, Дубна, Кимры, Горицы и другие дороги. В Твери по национальному проекту ремонт проводился на 46 улицах общей протяженностью 61,5 километр. Кроме того, приведено в порядок Московское шоссе и завершен капитальный ремонт Буражевского путепровода.